41-я гимназия инженерно-технологического лицея стартовала работа выездной школы для одаренных детей. Всю неделю лучшие учителя округа, а также преподаватели вузов готовят старшеклассников к Всероссийской олимпиаде школьников и чемпионату WorldSkills Россия. Как это происходит, расскажем в следующем сюжете. Биология – это какая наука? Комплексная, правильно? В школах городского округа сейчас каникулы, но в 41-й гимназии учебный процесс кипит. Только за партами сидят не одноклассники, а дети из разных учреждений. И уроки проходят не по разным предметам, а только по одному – на выбор школьника. Я в прошлом году проходила олимпиаду, Всероссийскую олимпиаду школьников, заняла призовое место в региональном этапе по химии. И в этом году буду участвовать в регионе по биологии. На муниципальном этапе стала победителем. И чтобы улучшить свои результаты и продвинуться на следующий этап, я пришла на интенсивы по биологии и химии. Интенсив проходит по трем направлениям – гуманитарная, физико-математическая, естественно-научная. На занятиях дети выпускных классов, у которых впереди не только олимпиада, но и экзамены. Благодаря таким выездным школам, вот такой подготовке, у нас значительно улучшились результаты на региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников. И даже у нас есть победители на уже заключительном этапе. Занятия проводят преподаватели ведущих российских вузов, а также люберецкие учителя, которые закрепили за собой звание лучших. Это победители различных конкурсов и участники нацпроекта «Образование». Работа с ребятами, которые уже мотивированы, уже хотят что-то усвоить, несмотря на то, что каникулярный период времени доставляет большое удовольствие. Как, думаю, вам самим, так и педагогам, которые приезжают работать с нашими ребятами. Пятидневную подготовку на базе двух школ городского округа Люберцы посетят около 240 детей. Подобную практику ввели в системе образования 5 лет назад. С тех пор проведение таких интенсивов для одаренных детей стало ежегодным. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.